День добрый! С вами снова Агрошериф ТВ. Ну, во-первых, с праздничком! Хаг Пурим Самеах! Надеюсь, что вы проведете этот день, этот праздник весело и с удовольствием. Помолчи, рыжик, помолчи. Не мешай съемкам. Так вот, сегодня дачно-балконные новости. Ну, если можно это так назвать. Дело в том, что в Израиле дач не бывает, поэтому порой люди на балконах что-то выращивают. Ну и вот мы тут решили провести эксперимент по выращиванию клубнички. Вот в таких условиях, как у вас есть на балконе. Я думаю, вот здесь вот кое-что уже можно увидеть, кое-какие результаты. И надеюсь, что эти результаты вам понравятся. Вот такая вот симпатичная, аппетитная, я вам скажу, даже вкусная и даже каким-то образом ароматная клубничка получилась. Ну, это вот первые ягодки, вот только-только. Но вот с каждым днем увеличивается количество спелых ягод. И вот это радует душу. Ну и давайте немножечко чуть-чуть подробнее посмотрим всю вот эту вот систему. И, может быть, эта информация вам поможет в чем-то и пригодится. Продолжим наши съемки. Вот все-таки, рыжик, помолчи, не мешай. Вот бандит, а ну что же это такое, тоже хочет попасть, понимаете ли, в кадр. Ну что, вот он, да, вот наш помощник. Ну что, так вот, клубничка, есть клубничка. И вот она, оказывается, растет и в таком формате. Она только лишь начала плодоносить. Я надеюсь, что ее плодоношение продлится существенно дольше, чем мы сможем, чем, вернее, вы сможете покупать традиционную клубничку на шуке, то есть на базаре. Вот, ну, вот понятно, что это может быть вот в различных навесных горшочках. Ну, вот, допустим, вот тоже такой вот вариант. Вот видите, тут она еще не созрела, но не важно. То есть разные варианты. Ну, вот здесь вот у нас рассада стоит, которая тоже может использоваться. И ключевой момент, а как же это все поливается? А как же мы добавляем удобрения? Все здесь на месте. Вот он, наш родной узел фертигации. Очень простенький, очень легенький. Вот. Вот здесь вот это насос-дозатор, который дозирует удобрения, которые стоят вот в этой канистре. Значит, вот здесь контроллер, с помощью которого мы определяем, что и как будет поливаться. Значит, ну, естественно, фильтрик. Ну, и вот сегодня, к сожалению, вот видите, вот тут елки-палки, пыль какую-то принесло нам, но неважно. Так вот, вот эта вот система, водичка распределяется по трубочкам диаметром всего-навсего 8 миллиметров. Значит, дальше водичка поступает, вот видите, вот капельницы, наконечники. Вот, и вот таким образом все это поливается, удобряется, естественно, в автоматическом режиме. Но мы же немножечко как бы с очки, ну, не любим мы лишние работы, но нам надо, если может за нас эту работу сделать автоматика, да, значит, ну и пусть она ее на здоровье делает, вот наша родная автоматика. Значит, с вами был Агрошериф ТВ. И мы показали вам кое-что из наших таких вот разработок для хобби. То есть для вас, для тех, кто хочет дачу на балконе, да еще и в Израиле. Еще раз всех с праздником!